Всем привет, друзья, с вами Захар Король. Сегодня будем играть в мафиозо. Я здесь нанял одного героя, зовут его доктор Уэзли. Он, во-первых, он может хилить, увеличивать урон и оживлять погибшего. Сейчас мы его поиспытываем, этого Уэзли нашего. Мне кажется, будет отряд, надеюсь, не будет сложный. Так, чтобы он с нами не общался. Ну, так делаем. Сейчас точно нас Пышаныч будет расстреливать. Так, сейчас будет... Давай тогда будем лечение принимать. Главное, чтобы нас сейчас... Сейчас точно нас будет Пышаныч расстреливать. Сейчас нас точно будет Степаныч расстреливать. Тебя даже не спасет эта защита. Давай, бабуленька, покажи ему, на что ты способна. Давай, покажи, бабулька, на что ты способна ему. Ну, что, тебя даже не спасет это. Стреляй, стреляй, сколько хочешь. Я тебя сделаю. Пощады. Что, пощады просишь у меня? Будем выполнять потихонечку, будем испытывать доктора Уэзли. Потому что доктор Уэзли мне что-то больше всего понравился. Я просто вступил здесь один клан. Сейчас мы... Так... Будем его вот так вот зачищать. Давай еще раз. Главное, чтобы нарочек... Главное, чтобы там бы не хило, сейчас мы повесились.
Охтяна было вешать поцелуй. Нет! Да что ж такое-то? Что же игра такая, как... Что за игра такая-то? Ну, сейчас будет снайперский, но мы сейчас полечим бабку. Будем вот так вот лечить бабку. Давай, дед, еще разок выстрели, давай. Будем лечить тогда бабку. Бабку будем тогда лечить. Всего 3 боя. В этом видео мы сегодня... Не зря я менял доктора Уэзли. Не зря. Потому что я хочу себе Боднихила получить себе в банду. Ого. Сейчас мы получим награду. Сундук. Так, сундук мы потом откроем. Потому что надо еще несколько боев провести с этим доктором. А потом мы уже включимся потом. Что... Так, мне кажется, будет отряд без буби-бомбы, мне кажется. Или все-таки с буби-бомбой сейчас попадется отряд. Сейчас-то я выключусь и включусь потом. Ну, ты так решил? Так, наконец-то я здесь включился. Пускай. Давай, Стефан, расстреливай. А есть, пожалуй, противник здесь умный. Лечение тогда будем принимать. Хочу, чтобы мы ее очуаковали. Кого? Только не в Боннихила. А, в бабку? Ну, чуть-чуть не хватает. Да ладно, да что ж такое-то? Что ж не хватает всего-то? Так, сейчас будет принимать льдой мясник. Главное, чтоб... Ну, почему именно по нему именно попали? Короче, я здесь... Так. На, все, минус мясник. Да, Уэзли тащит. Хорошо так тащит. Да, он такой сильный себе. Показывает очень хорошо. Сундук мы откроем, потом откроем. Потому что я на нем не выезжу. Опа, доктор. Надо, наверное, на него валить. Видимо, надо его... Я же доктор первого уровня. Давай, бросайся шприцем. Чего он? Будем тогда массовым бом. Хочешь щиты на себе? Так, сейчас я отключусь и включу. Так, ну вот я и включился. Так, может все-таки лечение принимать? Давайте лечение примем. Так, вот я и включу.
Так, сейчас мы отключимся и чуть потом, потому что я не знала свой шестизначный пароль для того, чтобы публиковать сами долгие видео в YouTube. Потому включусь потом. Так, я здесь включился. Нашли мне противника с Фрэнки Пышкой, Дипснайпером и бабулей. Давай, Дэб, покажи. Так, вот я победил. Сейчас потом включусь. Вот я здесь и включился. И мне, кстати, выпал за это все время новый герой с боевого сундука. Это Бобби Бомба. Ну, вы знаете уже, на что он способен. Поэтому мы будем сейчас приступать к бою. Будем сейчас получать доктора Уэзли к себе в банду. Опачки, апачки. А вот это будет сложный бой. Потому что до этого не я... Хорошо, если вы так стреляете по всем, то... Давайте, стреляйте по всем. Будем вешать поцелуй. Давай. Так вот будем вешать поцелуи. Короче, я здесь выиграл этот бой. Так, вот я и победил этот бой. Сейчас я проведу этот бой и включусь потом. Так, вот я и включился. Так, мы видим, сейчас у противника осталась одна снайперша. Но снайперши мало шансов победить мою команду, которую я создал при найме доктора Уэзли. Потому что мне так хочется получить того Уэзли к себе в банду. Доктор Уэзли, кстати, мне больше всего... Больше всего понравился. Знаете, тогда нет. Наверное, все-таки. Так, один бабушкин выстрел. Так, сейчас. Но я выключусь и включусь потом. Короче, я здесь не нашли следующего соперника. Давайте. Если вы хотите так, хотите по всем пострелять, то... тогда я вам врежу. Так, еще разок это мы сделаем. Самое больше хп это доктор Уэзли. Самое больше хп. Так, сейчас я отключусь и включусь потом. Так, не нашли здесь. Так, вот я здесь включился. Так, либо бешеная бабка, либо воскрешение. Давайте лучше воскрешение. Мне кажется, он будет вставать в защиту или не будет? Потому что... Так, у меня здесь... Сейчас, но я отключусь и включусь потом. Так, вот я и включился. Так, вот я и победил. Так, на этом видео мы, к сожалению, будем заканчивать, потому что, чтобы снимать долгие видео, нужно указать свой номер телефона и шестизначный пароль. Потому некоторые видео проведу не на видео. Короче, всем пока. С вами был Захар Куроль. Всем пока.